Произносить слово к концу жизни, но все-таки 88 лет и много впечатлений, много накопленного. Но я живу, как ни странно, местечком. Мне нравятся типажи, нравится этот уклад. В 91 году Бог дал мастерскую, она рядом с Миашарим. Я каждый день туда спускался. И вообще я накапливал пластику. Пластику в одежде, в лицах. Хедеры, поют дети. И вообще сама аура такая, что со слезами. Я жил в бывшем местечке, и что-то я помню. Или даже не помню, это уже внутри, с молоком матери. Здесь, конечно, открылось как бы второе дыхание. Вообще искусство – вещь тихая. И все через себя пропускаешь. А это вот еврейство вытаскивает вот все такое откровенное и близкое тебе. Здесь, в Иерусалиме, энергетика другая, понимаешь? И ты ощущаешь эту ауру. Я пишу по памяти, но они рядом. Они рядом, и надо смотреть. В мастерской, где я проработал 29 лет, только стоило переступить порог, и все. И нет, не существует больше ничего, только эти намоленные стены, эти старые камни, которые были в мастерской, этому дому 100 с чем-то лет. Здесь я с легкостью работаю, с какой-то радостью, в общем, да. Когда висят работы, я их не смотрю, но они создают какое-то вот настроение и какая-то аура определенная. Некоторые художники не любят, а я не могу без этого. Самое главное – мастерская, и надо что-то родить хорошее. Сон, когда приснился, что я стою на краю крыши. Ну, проснулся, иначе бы я прыгнул или улетел бы куда-то. Но я запомнил этот сон и написал вот такой. Ты понимаешь, вот такие, как Шагал, раскрепостили. И не только художников, и актеры, все, что есть, земля и небо. Есть небо и земля. Можно летать, можно все. Сочинять нужно, но так, чтобы это верилось в это, чтобы был какой-то гротеск, какая-то смешинка. Но везде и всегда должна быть музыка. Вот живопись, она ранжируется точно как музыка. Вот где-то на вредную ноту, и все разрушается, правда? Так же и в живописи. И Узбекистан, где я жил очень много лет. Это потрясающие города, кишлаки какие. Это столько дает художнику. Когда в горах, и где-то льется ручей, там, и в Чехане сидишь, и узбекский пьет. Так подходит друг к другу.
Потрясающе, потрясающе. Лошади, бараны. Было место, куда их на убой. И вот лошадь вот так посмотрела на меня. У нее был красный глаз и крупная слеза. Вот так вот. На всю жизнь запомнил. Когда я сюда приехал, эти узкие улочки, все очень близко мне было. Я считаю, что это город, который накопил все тепло мира вообще. Столько религий, столько всего. И как бы незаметно, он неброский. Когда приезжаешь в Нью-Йорк или в другой город, тоже Брюссель, он какой-то эклектический, но все равно каждое здание все-таки культурно, красиво, но мертво немножко, понимаешь, нету вот, чисто визуально воспринимаешь. А здесь вот эта простота превращается в какую-то драгоценность. Любая форма, если талантлива, она имеет право на существование. Ты вытягиваешь своего двойника. Двойник – это твоя природа. И не всем удается вытащить его. Понимаешь? Кто-то спивается, кто-то, кого-то не хватает сил только на деньги. Смотрит, добывает их. Понимаешь, здесь испытание Божие. Это какой-то внутренний голос, ты не можешь без этого жить. И я с малых лет, вот я поступал в училище, 17 лет, меня сразу на второй курс приняли. Единственное, взяли на второй курс. Понимаешь? Я сам пришел к маме на работу, показывает два вот так вот. Она думала, что двойку получил. Когда рядом, у тебя не только жена, но друг, понимающий человек, ты свободен. Славочка, слава Богу, прожили 56 лет. И никогда никого не одалживали, и никогда не говорил, иди зарабатывай. И то она никогда не хвалила меня. Даже с ее слов, что его люблю, люблю, этого не было. Были поступки. Художник ничего не упускает. Понимаешь, накопление, оно и дает сейчас мне возможность как-то реализовать. Я считаю, что писать можно все. Но все равно, если ты пишешь это в Иерусалиме, ты иерусалимский еврейский художник.